Че музыка-то играет? Не знаю, даже сама музыка так сказала. Че я играю? Ну тут, конечно, восстановим все, чтобы поможем. Оба нас, сколько всего. Почему-то последний удар по нему не попадает. О, банан, сколько здесь. Ой, драконий конь. Сломано. Ну. Окей. Сломано. Ну, три отмычки получил хотя бы. Оба на Глорг. Иди сюда. Скотина. Серебряный лук. Мне нужен белый. Я не знаю, у него хитбокс сработал позже. Да хватит на меня орать. Есть еще шнеги. Нет, но зато есть носорог. А нет, вон один. У меня уже их шкура. Шнык, шнык, шнык. Шнык. 9, еще одна. Шнык. Плиз. Я не знаю, я там не нашел 10 шныгов. Нормально, костер, сундуки, никого нет.
Да куда я иду вообще? Вообще не понимаю, куда я иду. Дальше и дальше на запад. Можно назвать эту арку в поисках шмыга. А вот и шмыг. Хотя сейчас скажу, не тот шмыг. Нет. Ну блин. Ах ты с... Ты не шмыг. Что? Сука. Окей. Сломано. 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 Нормально. Что это вообще за хрен? Болотный что-то там. Шмык. Шмык ведь. У меня, так что надаю по жопе. Шмыгов нет, когда они нужны. Нормально, сломано. Прям в огонь. Что? Кто? Что? Ну, нет. Ну, нет. 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 Суп. Подстаться. Да, болотный шмык. Где вот вы видите здесь болото? Что-то не очень вижу болото здесь. Еще один. Всего по 150. Что у нас дальше по курсу? Я не знаю, просто куда-то забрел. Опять. Привет.
Нет. Окей, давай, проворачивайся. Я не знаю, ты выпал в противоядие, зачем тебе кочевряжиться-то? Вот сейчас выдышнет. Такой типа, нет, не сблюю. А вот это нормальный шмак. Ему не подойдут эти шкуры, да? Ему нужно именно с тех. Ну, я не успеваю делать свой удар. Not good. Not good. Пим, 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 пим. Ладно, поехали еще раз. Уходим. Видите, я не могу попасть. Я даже ударить не могу. Вау. Я даже ударить просто не успеваю, если они очень рядом. Мастер меча. Не двуручно. Прошелся. Не считается. Те не волки, они варги. Вы сами пишете варг. Шкура варга должна быть. О май гад. Потрясающе. Молодцы разработчики. Раньше варги это совсем другое было. Теперь это обычный волк. Окей. Почему орки перестали их использовать? Без понятия. Это еще что такое? Носорога я вижу. Нет, Марк Форрис. Ты как-то нормально, все нормально. Че? Все просто потрясающе. Да, вы думаете, я не дебил. Простите. А, я знаю, чем по ним дубануть. Отлично, стойте вот так.
Они используют баги, я использую баги. Точнее, возможности. Бескрайние поля. Как будто ты видишь. Я надеюсь, я не зря рисковал. Хотя ничем я не рисковал. Что? 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 Овеянный тайный. И кому мне с ним обратиться? Это, знаете, такой подарок, типа, мы это вырезали, но он есть. Иногда такое бывает. Еще один ворог. Где я? Вообще не понимаю, где. А, ну привет, хищник. Монстр, точнее. Даже имени не придумал, просто монстр. Он еще? Нет, дерево. Ты тут... Просто я молодец. Я думаю, здесь такая маленькая локация будет, а здесь... Пфф, и вообще непонятно зачем. Давайте еще его завалим. Там дом какой-то. Тю-тю-тю.
Что у нас тут? Там человек? Там не человек, понятно. Это еще кто? Тик-то. Черный тролль. Вот это уже более. Ой, ну. Что с тобой? Уйди. Так. Нормально. Пойдем валить черного. Нормально. Так я не понимаю, где я. Еще один. Вот прокачать бы алхимию, наверное, надо как-то. Так, подожди, я могу всего два кольца. Серьезно.
Где я? Там же внизу я не был, да? Или был? Эх, не хватает полетов. О, ну здрасте. Да, я вроде бы здесь был. Был. Хотя вот там не был. О, ассасин. Или нет? Ты кто? О-о-о. Кого я нашел? Темные тучи над лесами Миртаны. Кто ищет меня в такой час? Я. А, это ты, вершитель. Ты пришел вовремя. Нам нужна твоя помощь. Кто тебя, кто меня ищет? Арнольд! Ну серьезно, ну это озвучка дедушки Арнольда. Из Эй, Арнольд. Почему ты называешь меня вершителем? Почему ты называешь меня вершителем? Война богов свирепствует с самого начала времени. Инос и Белиар борются за господство над миром. А как это относится ко мне? А как это все ко мне относится? Ты избран, чтобы решить исход войны богов. Сам Аданос освободил тебя от влияния какого бы то ни было бога. Только у тебя есть власть выбрать по своему желанию, на чьей стороне ты будешь сражаться. Расскажи мне больше о войне богов. Расскажи мне больше о войне богов. Аданос хотел, чтобы все жители мира сами распоряжались своей судьбой. Однако все, и люди, и орки, находятся под влиянием богов. Народы сражаются за победу во имя своего бога. Эта война будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не будет повержена. Кто ты? Кто ты? Меня зовут Рунок. Я друид.
самый старший, а некоторые утверждают, что еще и самый сильный. Тебе нужна моя помощь. За нами, друидами, охотится зверь, который захватил мир. Ни один живой человек не может защитить нас от орков. Даже странники. Только ты, вершитель, в состоянии справиться с этим заданием. Что я могу сделать? Орки пришли из Гельдерна и укрепились наверху, в лесах. Они пришли, чтобы убить меня и украсть мою силу. Ты должен остановить их, иначе мне не сдобровать. Ты действительно думаешь? Что оркам от вас нужно? Они хотят заполучить наши камни друидов. У каждого друида есть при себе камень. Они все разные. Они были вручены нам самим Аданосом. Они дают нам его силу. В моем камне друида живет сила Мракориса. Я хочу обучиться твоей власти. С удовольствием, но с одним условием. Я слышал, что на юг был отправлен отряд охотников за друидами. Убей Гунака, командира отряда по поиску друидов. После этого я смогу доверить тебе мой камень друида. В такие дни, как сейчас, ему лучше находиться у тебя, вершитель. Ладно, покажи товар. Может, тебе и все равно. Можно подумать. Ладно. У меня без этого проблем мало. Если бы все было так. Только где они? Это очень интересно, где они. Ты действительно думаешь? Конечно, почему нет? Еще раз. Некоторые проблемы решаются сами собой. Один Конрад. Шмиди, Эштар. Если будет так продолжать, никогда из этого ничего не выйдет. Копились наверху в лесах. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Описание просто отличное, где они. Лучше бы ты не встревал. Да ё... А, нет, мне показалось, еще тролли. Еще хуже. О, нет.
Форзая сообщил. Выпей, пожалуйста. Ничего так. А вон и они, кажись, да. Ненавижу шершни. Теперь я их вдруг с двух попаданий убил, окей. Окей. Хотя ловкость не прокачивал. Надеюсь, там не шершни. Что есть такое? Лучше. Зомби. Нет. Подожди. Теперь можно и подраться. Нет. Как? Это... Он уже провел, я не мог на нее просто насадить. Дебилин. Дебилин. Нормально. Да. Какой я кривой. Дубину-то дай. Thank you.
дубина. Меч. А, так я их могу улучшать же просто и продавать по более выгодной цене. Нет? Кто? Что? Это опять та же локация, просто немножко приукрашен. Смастерили несколько пещер. Две штуки. Теперь они их используют, как я не знаю что. Серьезно, мне нужна лопата вообще в этой части? А, у меня жизни нет. Окей. Знаете, не нравится мне звук. Сиветь. А. Свет накастовать. Во. Одно из самых важных заклинаний для воинов. Это все? Ну ё-моё. Что здесь валяется? Кольцо. Не. Обычно. Ты что за хрень? Вообще без понятия. Светится. А, свет покинул меня. Окей. Ну, здравствуй. Прощай. Чё здесь так много на корис? Вообще. О. А мы практически на равных деремся. Есть?
Нехило. Нехило они меня отделали. Вдвоем. Ладно, мне надо орков убивать. Интересно, куда мы придем? Нет. Вверх. Где я? Ага, все понял. Надо сюда потом сходить. Здесь нехило можно понять уровней. Хотя бы... Нет. Нехило. Все-таки сюда приходишь уже прокачанным. Что делаете? Что-то вас многовато. Да. Что ты тут делаешь? Я здесь по поручению Грока, верховного шамана Гельдерна. Я ищу друидов. И не успокоюсь, пока не прочешу весь лес. Я могу... Только он с именем. Окей. Ну, поехали. Чё? Убери оружие. Убирайся. Да. Честно вообще. Так, уходим. Все отлично. Нормально. Отлично. Good game. Ну, начал он бить меня, все. Да, он вдруг поменял траекторию своего удара. Окей. Потрясающе. Бил по прямой, вдруг повернулся. Окей. Потрясающая игра, которая загружается 300 лет. Да почему я не... Чё я не поняла, почему они такой длинный радиус? То есть я понимаю, они большие ноги. Радиус просто безбожный. А, ну да.
есть идея отступить. Да. Остановись здесь. А да, он не... А у меня почему-то персонаж, крутясь, не может повернуться к врагу. Интересно, у меня с уровнем не растет жизнь? Нет? Как была, так и осталась. Ладно. Ну, все. Пойдемте сдадим. То сюда не вернулся быстро же. У меня всякого говна уже. Здесь морковис. Так, сохранимся. Конечно же, обезоруженный, у него восстановлено ХП. Личное сохранение, которое не учитывает ни хера. Кроме места дислокации того, что ты сделал.
А, я все, я сохранился там, где сдохну, да, спасибо. Просто что мне еще делать? Вот. Если я сейчас выбраться не смогу, то все. Я сейчас попытаюсь, конечно, но. О! Почему она на него прыгает? Я говорю, вправо прыгай, блядь. Уёбище сраное. Это загружается, это ты только что, мать твою, загружалась. Кэш для этого есть. Почему он поворачивает вправо, а не отходит вправо? Настройки, вот еще раз, настройки. Настройки. Не камера влево, да, то есть здесь было такое в играх, что камера налево, камера направо меняется. Но нет, это назад тогда такие прием назад. Назад, назад, сука, назад. Так хотя бы, чтобы вперед точно было куда отбежать. Скотина тварь! Откуда они вообще здесь взялись? Вообще, где я? Еще потрясающе. Целая локация мракорисов. Я даже понимаю, почему здесь друид мракорис. На вершинах. Там он еще идет. Ой, того. Еще есть? Все что ли? Да не. Вам не кажется, что они немножко переборщили с ними? Мне здесь надо. О. Сколько вас здесь? Все понимаю, конечно, но. А! А!
Отряд охотников за друидами уже в прошлом. Ты оказал друидам огромную услугу, вершитель. Возьми это в знак моей благодарности. Ну. Еще немножко, и следующий уровень будет. Сколько у меня вообще того дерьма? С моими ноги. Там. Сел один. Послушал бы моего 10. Совета. Я иду не туда. Лучше вот там, наверное, спрыгнуть. Фух. Эть. Сломано. Где я здесь залез? А, боже мой. Ну что, полезли? Это...
понятно. А, я здесь был, да? Нет? Да, я здесь был. Понятно. Так, мне надо влагу. Взвись. Где этот укурыш? Вот получай свой трофей. Вот, получай свой трофей. Ух ты! Спасибо, дружище! А ты, парень, не промах, а? Теперь давай, выкладывай, что знаешь. А что ты скажешь, если я вообще не знаю его имени? Ничего не скажу, я просто сделаю тебе очень-очень больно. Я просто пошутил, приятель! Слушай, этот пленник – один из магов воды. Он при... Вот видишь, это было совсем нетрудно. Будь осторожен, если Фабио пронюхает, нам обоим крышка. Пойду расскажу. Я знаю... Так, окей, сейчас. Я знаю, кто твой пленник. Я знаю, кто твой пленник. Да ну. И кто же это, по-твоему? Ватрас, маг воды. Ну ладно. Откуда ты это узнал? Так было написано на древней каменной табличке. Так было написано на древней каменной табличке. Ха-ха, смешно. Давай, иди сюда, займись чем-нибудь полезным. Что тебе на... Что если бы я сказал Мамук? Не, просто если его выгонят, мне будет легче. Я знаю, кто это. Мамук мне это сказал. Этот парень обдолбанный придурок. Хм. Если я прикажу его убить, у меня станет на одного воина меньше. Я себе такого позволить не могу. Меня окружают идиоты, но они мне нужны. Ну ладно, по крайней мере, у меня есть садовник. Уходи. Я уверен, что у тебя еще есть дела. Ну так можно посмотреть, кто это. Боже. Ладно, назад. Хотя бы музыка не зависает.